Как избежать банкротства предприятий, бедности рабочих и упадка производительности регионов? В избежании подобных проблем на федеральном уровне возрождаются кооперативы. С 2009 года Ульяновская область ведет активную политику поддержки кооперативов. Поэтому в нашем регионе решено провести Всероссийский форум «Новая кооперация», который пройдет 8 февраля. Ознакомиться с ходом подготовки к мероприятию в город прибыл председатель Центрсоюза Российской Федерации Дмитрий Зубов. Он встретился с молодыми предпринимателями, с которыми обсудил перспективы развития кооперативного движения. Ведь основная цель форума – привлечь к развитию кооперации молодежь. На базе Облпотребсоюза мы создадим молодежную секцию организаторов малого среднего бизнеса. Причем не только в продовольствии, а и в новых технологиях, и в легкой промышленности. Далее Дмитрий Зубов и губернатор Сергей Морозов подписали соглашение о совместной подготовке к форуму. После этого члены оргкомитета представили планы действий на предстоящее мероприятие. Программа форума будет включать в себя работу 7 площадок, пленарное заседание, подписание соглашений и, самое главное, выставку достижений региональных кооперативов. Подготовка к мероприятию уже организована на всех уровнях. От технического обеспечения площадки до публичного освещения в средствах массовой информации. Отработаны основные вопросы информационного освещения, подготовлено 2 медиаплана. Один, касающийся информирования о самом форуме, распространения информации о нем. Второй, как нам говорили федеральные коллеги наши, о продвижении и развитии темы кооперации до конца года, в котором будут задействованы и региональные, и федеральные СМИ. По словам главы региона, развитие кооперации позволит существенно улучшить условия проживания в сельской местности. В ближайших 5 лет хватит в том, чтобы развернуть вот эту современную потребную кооперацию в Ульяновской области и сделать нашу территорию максимально комфортной для проживания любого человека, если он, конечно, хочет заниматься трудом. Гости из 76 субъектов России приедут в Ульяновск уже 8 февраля. Именно на этом форуме будет воздвигаться новая ступень в развитии важнейших сфер производства. Виктория Шикова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.